Село Даулет Мангыстауской области провели газ. Сейчас идет поэтапное подключение домов. Монтажные работы завершены. Газификация, говорят сельчане, лучший подарок к Новому году. Дом Батагоса Катайбековой, матери троих детей, в жилом массиве газифицировали одним из первых. Этого события семья ждала 4 года. Без газа было сложно. За электроэнергию приходилось платить до 80 тысяч тенге. Если обходились газовыми баллонами, то это 50 тысяч тенге. Согласитесь, небольшая экономия. Сейчас подключили к газу. Благодарю акимат Мунайлинского района и акционерное общество «Кастранс Газ Аймак» за то, что наконец-то наши дома газифицировали. Специалисты сдержали обещание и выполнили весь объем работ до прихода холодов. Газ уже появился в 15 домах. Осталось газифицировать 25 домов. Сейчас жители оформляют необходимые документы. Согласно их заявкам, будут вестись строительно-монтажные работы по подключению к голубому топливу. Нам хотелось успеть, во-первых, в первую очередь до отопительного сезона, чтобы люди, наши рядовые газостанции, были в тепле, в условиях, чтобы был домашний уют. И вот в канун Нового года мы все эти работы произвели, завершили. Хотелось бы, чтобы они также встретили в тепле и радости Новый год. Специалисты компании «Кастрансгаз Аймак» напоминают о соблюдении правил безопасности использования природного газа в быту. Тамара Степанова, Салмат Бикбаев, Мангыстауская область, Хабар 24.